Универсальную электронную карту получат все амурчане уже в следующем году. Она заменит все документы и социальные карты, в том числе полис обязательного медицинского страхования, студенческий билет и даже проездной в общественном транспорте. Планируется, что с помощью этой карты можно будет получать пенсии, оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы ГИБДД, а также пользоваться ею в магазинах, как обычной банковской картой. Кроме того, можно будет приобрести билеты на поезд или самолет и даже записаться на прием к врачу. Универсальная карта будет стоить около 400 рублей, однако, согласно законопроекту, жителям области электронный документ выдадут бесплатно. Создание обслуживания будет производиться за счет средств областного и федерального бюджетов. Получить такую карту можно с 1 по 31 января 2013 года после подачи заявления. До этого времени каждому жителю региона будут направлены уведомления с предложением о создании карты. Между тем, от выдачи карты можно отказаться. Но об этом амурчане должны будут поставить в известность соответствующие службы, причем в письменном виде.